Йога для спокойствия. Знаю, что в современном мире людям очень тяжело оставаться спокойными. Из-за этого возникают головные боли, возникает переедание. Стресс вызывает множество негативных последствий. И сегодня покажу практику, которая поможет вам успокоиться всего за 5 минут. Эту практику можно выполнять даже на рабочем месте. В любой стрессовой ситуации уделите себе 5 минут, а может быть даже за 2 у вас пройдет это состояние, сидя на стуле. Добрый день! Вы на канале Йога Дома с Оксаной Рогелин. Обязательно подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы получить уведомления о следующем полезном видео. Так как мой канал в основном для женщин после родов, эта практика, она для женщин очень актуальна, потому что в течение дня в декрете все равно много у нас стрессовых ситуаций. Это так кажется, что на рабочем месте, в офисе их больше. Нет, ребенок не хочет одеваться, он не хочет есть, он кричит. И все время в суете, в заботах о других, все равно стрессовые состояния наступают. Вот это дыхание вам поможет. Садимся ровно. Вообще все дыхательные практики выполняются с ровной спиной. Представьте, что у вас здесь ниточка, вас тянет вверх, и ваша спина прямая. Как еще проверить, что ваша спина прямая? Со вдохом плечи вверх, назад, и с выдохом плечи вниз. Еще вдох, плечи вверх, назад, выдох, плечи вниз. Кладем средний палец, вот средний палец кладем на переносицу, а большим и безымянным будем закрывать попеременно ноздри. Это дыхание, попеременное дыхание ноздрями, анулома вилома пранаяма. Сложное название, но все просто. Закрываем левую ноздрю, вдыхаем правой, вдох, медленно вдыхаем, чувствуем воздух. Закрываем правую, вдыхаем левой, выдыхаем левой. Теперь вдох левой, правая закрыта. Закрываем левую, выдыхаем правой. Теперь вдох правой, закрываем левую ноздрю. Выдох через левую, закрываем правую. Вдох через левую, правая закрыта. Выдох через правую. Левая закрыта. Вдох через правую. Левая закрыта. Выдох через левую. Правая закрыта. Можете продолжать дыхание. Каждый вдох, выдох должен быть медленным, как будто бы вы дышите через трубочку, как будто вы пьете сок через трубочку. Медленное, плавное, расслабляющее дыхание. И затем уберите руки, медленный вдох, выдох, восстановите дыхание. И сейчас покажу еще одну позу, важную для успокоения. Она действительно помогает успокоиться. Она так и называется — поза спокойствия Джанушарсана. Правая нога выпрямлена, левая согнута. Это, конечно, вы уже не выполните на рабочем месте,
можете выполнить вечером. Вдох, потянемся вверх за руками, а с выдохом ложимся к правой ноге, левая рука на поясницу, раскроем грудь и здесь будем. Можно носочек на себя и взяться за пяточку или за носочек, если растяжка не позволяет, беремся за щиколотку, выпрямляем спинку и именно прямой спиной с растянутым правым боком наклоняемся, дышим 3 цикла дыхания, медленный вдох, медленный выдох, расслабляемся. Это и вытягивает позвоночник, и успокаивает. Еще вдох, выдох, медленный, расслабляющий. Вдох, выдох, медленный, расслабляющий. Со вдохом выходим из положения. Поменяйте ножки. Правая согнута, левая выпрямлена. Носочек можно сразу на себя. Со вдохом ручки вверх. Потянитесь вверх за руками. И с выдохом вытянутым позвоночником ложимся на левую ногу. Правая рука за спину. Раскроем грудь, дышим. Вдох. Выдох, расслабляющий. Еще вдох. Выдох, расслабляющий. И еще вдох. Выдох, расслабляющий, медленный. Вдох, выходим из положения. Обе ножки согнем. Потянемся вверх за руками. Выдох, спину скруглим. Просто компенсация положений важна. Вытянуть позвоночник. Вдох, еще вверх ручки. И выдох, руки вниз. Все, это практика для успокоения. Если вы мама, то обязательно пройдите тест-диагностику по ссылке под видео. Это абсолютно бесплатно, и вы будете знать, как вам восстанавливаться после родов, как оживлять себя после родов, потому что успокоиться мало, нужно оживить все свое тело. И до встречи на следующих уроках, на следующих видео. Пока!